Всем доброе утро, пацаняки. Всем хорошего дня, настроения, удачки и так далее и тому подобное. Что хотелось бы сказать, выехал сегодня, собственно, я без 10:08. Я там заснял вам часы в машине, да, сколько, собственно, этого самого пробега у меня, все по чесноку, все как есть. И пока прогревал машинку, собственно, с утра, я вам это все заснял. Сделал заказик он до метро по Яндексу, первый. В Uber вчера мне какая-то крысятина, блядь, наставила хуевых оценок. Заебали уже, честно говоря. Сука, ну если вы, блядь, бомжары, блядь, не можете себе позволить такси вызвать, хо-хуя, ты едешь, блядь, на экономии, еще, сука, и какую-то там хуевую оценку лепошишь. Ну это, блядь, животные, у меня нету других слов. Ну, короче, это самое. Сегодня он поврубал все службы, потому что четверг. Думал снять вам день на он-такси и посмотреть, сколько мы, собственно, заработаем. Мы не обклеены. Вот было бы интересно, ребята. Так что, если что, пишите. Там в какой-то из дней, в будних на следующей неделе заснимем день в он-такси. А сейчас пока надо пылесосить, брать все заказы по всем службам, потому как вообще, блядь, непонятно. С работой какая-то херь происходит. Он люди, видите, посмотрите, все хуярят на метро. Все ебашат на метро. Никто никакой хер не вызывает такси. Нахрена оно им надо? Вон, шуруют, наработку на метро. Мало кто вызывает такси. Так что такие дела. Что вчера люди жаловались, что сегодня и в Киеве, и в Харькове работы толком нету. Но у меня еще хоть с тем, что у меня была тренировочка, еще я вам скажу, более-менее еще день был. Еще более-менее день был туда-сюда. 800 гривен грязными я там заработал. Так что как-то так. Да думаю, сейчас, наверное, на трактора нырну. Тут рядом стою, у меня уже там пробега 431 километр. Наверное, сразу газку задую, чтобы меньше бензина полить, я не знаю. Вообще, конечно, с ХТЗ уехать, а потом уже там днем можно и на заправочку съездить, не выключая всех служб. А сейчас, наверное, все-таки вернусь туда поближе к домам жилым. Там постою, может, какой-то заказик прилипнет. И поеду. Так что такие, ребятушки, дела. Всех рад видеть на каналчике. Давайте до включения. Так, ребятушки, вот перед выездом показываю, сколько у меня, собственно говоря, пробег. Крайние цифры получаются у нас 432 километра. И сколько, собственно, времени сейчас у нас? У нас 7 часов 54 минуты утра. Сегодня выехал попозже. Потому как, блин, не выспался после вчерашней тренировки. Вообще так все болит с утра и так далее и тому подобное. Так что как-то так, ребятушки. И сегодня выложим, сколько будет пробег и сколько будет заработок. Ребятушки, вот видите, пешеходы вообще не соблюдают правила дорожного движения. Вот еду. Поверните налево. Кстати, еду, видите, а пешеходы не текают, текают с дороги. Все правильно. Зорька умнее даже некоторых пешеходов. Доброе утро, ребят. Ребятушки, просто сойти с ума. Вы посмотрите, что здесь происходит. Появилась разметка в городе Харькове. Где-то начали наносить разметку. Вот это еду вдоль Московского проспекта, параллельная дорога, как выезжать на трактора. Кто знает, да, метро ХТЗ. И вот шурую, тут появилась разметка. Я в шоке, теперь васьки не будут лететь. И здесь, видите, ребятки, на мосту тоже появилась разметочка. Я в шоке. Это Масельского мост. Как-то так. Привет, Ребзя. Что там такого интересного сегодня было, собственно, да? Вез полицейского. Рассказывал полицейский, как они, собственно, казачили Яндекс. Такого из интересного. То есть катались они на полицейских машинах, и там Яндекс давал бонусы за поездки, заказывали они друг друга и так далее и тому подобное, и катались друг другу. И честно говоря, я вот послушал, да, все как бы прикольно, все как бы уматно, но я не удивлюсь, если вот эти вот люди, которые жалуются, что в Uber водитель типа приезжает, а его типа нет, и он делает платную отмену, что это тоже, блин, может делать какие-то полицейские тачки. Человек же не ожидает, что там будет сидеть копчик, да, внутри как бы. Так что как бы такая тема. Что значит поработки, хотелось бы сказать.
Ну, работка плюс-минус есть. Главное включать все службы. Ну, сейчас катаю по Uber и по Яндексу. Сегодня день такой как-то. Все остальное особо не дает никаких заказиков. Так что такие как бы новины. Километраж я вам снял. Денежки как бы все покажу, что заработал. Процентики там какие я отдал и так далее и тому подобное. Все посчитаем с вами, все будет гуд. Что еще хотелось бы сказать? Что погода крутая, люди начали хоть как-то шевелиться. Погода хорошая, там то туда едут, то сюда едут и так далее и тому подобное. Когда погода была плохая, никто никуда не ехал. Так что как-то так, ребятушки. Полно уже без масок, люди уже забили хрен на этот весь коронавирус. То есть много ездят без масок. Как-то так. Так что такие, ребятушки, дела. Давайте до включения. В Харькове кипят работы. Видите? Маршрут перестроен. На рабочем месте небольшой через перекурчик. Через 100 метров поверните направо. Вот, ребятушки, взял еще капучино. Вот такое. В кесете. Как оказывается, в кесете тоже уже ставят такие автоматы. Так что бахнул капучино. Капучинатор, капучинатор, да, как это говорят? Мне нужно починить капучинатор. Связь со спутниками установлена. Ну, только что тачку там остановили, когда кофе покупал, видел. Американку вообще пиздец. Заднее колесо вот так раком стоит. Передок весь расшибленный нахер. Хламину. Двери битые, заднее крыло битое, переднее крыло битое. Бампера переднего нету, капот битый, блядь, ну просто пиздец. Вот они ее, смотрю, заднее крыло уже отрихтовали, с поттером вытянули там просто, как будто его никто и не бил. Как будто оно нулячее было. И пойдет тачка лошари какому-нибудь, а потом она сгниет, блядь, через год к хуям. Так что как-то так, ребятушки. Ну а что сделаешь? Что сделаешь? Надо смотреть 300 раз, когда покупать тачку с Америки, потому что я так понял. Ну как это, заднее колесо вот так стоит, это значит там уже пиздец, всей ходовой задней. Удар был конкретный. И следовательно, этого ж крыла нету заднего. Так что такие, ребятушки, дела. Ну лады, давайте, до включения. Только что вез, ребятушки, значит, парня, занимается строительством, говорит, что коронавирус, карантин ему только на плюс, потому как он сидит дома, у него появилась куча свободного времени, он сделал у себя балкон, починил там кучу всего, сам разобрался, хотя он гуманитарий, как подключить домофон себе, там панели поделал себе крутые, там в коридорах и так далее и тому подобное. То есть реально, видите, кому-то идет на плюс. Что хотелось бы сказать по работке. Ну, работка сегодня есть. То есть плюс-минус катаюсь. То туда, то сюда. То по минималочкам. Так что вот такие вот, ребятки, дела. Давайте до включения. Заезжал сегодня, собственно, на заправочку. Классный заправщик. Я подъехал на БРСМ. Я говорю ему, что... Ну, и стою. Он же мне машет, что, мол, там свободная колонка. Потом подошел. Говорит, что там свободная колоночка. Или вы стоите, говорит, сюда. Я говорю, да я стою сюда, говорит, типа буду заправляться здесь, потому как у меня тут самый минимальный расход. И знаете, что он мне сказал? Говорит, вы не один такой. То есть люди попросекали, где какие колонки, где хороший расход, и там заправляется. Так что видите, что-то доля правды в этом есть по-любому. Не только у меня такие показатели. И от колонки к колонке даже пляшут расходы. Ну, в итоге хорошо, классно с ним полялякали, дал ему пятерик я на чай. Так что, ребятки, такие делички. Давайте до включения. Что хотелось бы сказать, ребятушки. Пробки на Веснина, на Шевченко просто колоссальные, нереальные какие-то. Что там за пиздец, непонятно. Вроде как или завтрашнего дня, или сегодняшнего. Открываются все вот эти заведения. В общем, можно будет бухать, гулять внутри. Уже не только на выносных палатках. Так что как-то так. Ну что, ребятушки, могу сказать. Вот 7 часов 36 минут. И, собственно, двигаюсь я домой. Приеду домой
сфоткаю вам километраж и сделаю скриншоты, сколько я заработал и так далее, и тому подобное, ребятушки. Вы же просили сделать как бы день, да, то есть километраж какой я прошел, сколько там 5-10 заработал я, сколько процент отдал и так далее. Процент не знаю, я думаю, процент не интересно особо, сколько я отдал. Интересно больше, то есть сколько я проехал километров, сколько получилась стоимость за километр заработка, да, и непосредственно сколько в общей стоимости я заработал, сколько километров проехал. Я думаю, как-то так. Что хотелось бы по сегодняшнему дню сказать. Сегодня день классный. Можно выезжать в ночь, потому что очень много всяких заведений работают сейчас. Реально. То есть уже не только открытые площадки работают, а работают и площадки закрытые, я смотрю, полным ходом. С завтрашнего дня, значит, официально эта вся тема открывается. Пассажиры плюс-минус нормальные сегодня все были, да? Без всяких там бы приколов. Так что как-то так. Маски вообще уже почти никто не ходит. Очень мало людей в масках. Так что такие, ребятушки, дела. Устать, чтобы я сказал, что я устал, я не могу сказать, честно говоря. Фитнес-нагрузка, то, что я пошел в зал, я стал реально меньше уставать на работе. Так что как-то так. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Опа, полиция там кого-то остановила. Сзади вы слышали. Всем спасибо, ребятушки, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех рад видеть. Пока-пока. Вот такой, ребятушки, пробег. То есть фиксирую вам, да? И вот столько, собственно, времечко сейчас. Вот, собственно, собираюсь в гараж заезжать. То есть отработал 12 часов. Как-то так. Да-да, ребятушки, это не все. Еще будет лайфхак, как общаться с копами и с гаишниками. Досмотрите видео до конца. Можно ваши документы? Да, конечно, сейчас, секундочку. Блин, какой неуклюжий. Подержите, пожалуйста. Вопросы есть? Нет. До свидания.